Друзья, в сегодняшнем видео я дам вам абсолютно бесплатно сигналы для входа сделки, что многие продают их, продают разные VIP, я не знаю, VIP-чаты, ну, по моим меркам, VIP это, ну, не знаю, приватный танц может быть VIP-ом. То есть, все люди продают платные сигналы разные вот через Telegram. Я сегодня отдам их вам абсолютно бесплатно. Да, друзья, абсолютно бесплатно вы получите сигналы для входа сделки. Мои сигналы, они не скальперские, они вот такие, ну, как сказать, внутридневные, что внутри дня вы можете торговать по этим сигналам. И вопрос, да, почему я их отдаю? Причина очень и очень простая. Мой цель не заработать за счет вас, а заработать самому лично. И поскольку я являюсь официальным партнером биржи Bybit, у меня есть возможность выдавать эти специальные бонусы. Многие этого не делают, но я делаю это большим с удовольствием. И, естественно, еще максимальные бонусы до 30 тысяч долларов. Давайте сразу же перейдем к сигналам, как с ними работать, как они выглядят и так далее. Вот смотрите, друзья, был разработан такой бот, что учитывает сигналы, то есть индикаторы, разные индикаторы, и торговля будет от уровня. Если вы знаете, отлично, если нет, так нет. Вот так. Очень сложно найти себе подходящую сделку, чтобы войти в сделку максимальным уверенностью. Друзья, эти сигналы срабатывают у меня, ну, процентов 90. Все их продают, а я вот отдам вам бесплатно. Как работать с этими сигналами? Давайте посмотрим наглядно. Смотрите, во-первых, я вам дам ссылку, вы перейдете по этой ссылке, и тут вот кнопка, нажимаете на эту кнопку, и будет, то есть тут будет кнопка «Запустить». Запускается сам бот, что будет высылать вам сигналы, сразу же идет инструкция, как его правильно пользоваться, и тут надо вот нажимать на это триточие, и тут подписаться на сигналы, ну иначе они просто вам приходить не будут. Они не настолько частые, я еще раз говорю. Бывает там 2 или 3 сигнала мы находим в день. Но этого более чем достаточно. Ну, если нет сделок, значит нету. Так, что мы делаем дальше? Скажем, пришел сигнал, да, вот последний, пришел прямо вот сегодня на монету XMR. Друзья, сигналы работают, скажем так, что на 30-минутном или часовом таймфрейме, чтобы вы спокойно могли бы зайти в сделку. После этого, как появился сигнал, вы идете либо на бирже в терминал торговли, но я пользуюсь TradingView, бесплатной версией, просто иду на TradingView, сюда, все ссылки оставлю, да, конечно, сюда, например, пишу, да, XMR, что у нас было последний сигнал. И поскольку мы торгуем только на Bybit, пытаемся найти тут Bybit. Вот тут, видите, Bybit, нажимаем на Bybit. Что мы видим дальше? Тут меняем время на 30 минут и возвращаемся теперь к сигналу. Смотрите, сигнал у нас пришел 9:30 утра. Зависит, конечно, где вы находитесь. Что надо высчитывать? Видите, тут сразу пишется уровень и возможный ретест в лонг. То есть мы можем зайти в сделку в лонг. И тут я сразу же показываю вам цена входа, когда, по моему мнению, стоит входить в сделку. Давайте теперь посмотрим, насколько был точный этот сигнал, либо нет. И сразу же видите тут предупреждение, что средняя волатильность, то есть он маленький. Если я вчера дал сигнал, он был вот 8% волатильность, отличная волатильность. Вот тут получается маленький волатильность. Что мы делаем? Идем на TradingView, меняем на 30 минут таймфрейм, либо на час, как вам удобнее. Но я пользуюсь на 30 минут, потому что я так сам торгую, и так будут более
точные сигналы. Так, что мы еще тут было, да, 177,1 был уровень. На самом деле, еще этот инструмент вам очень сильно помогает, помогает на самом деле научиться искать уровни. Смотрите, 177,1 был уровень у нас. Вот тут уровень, что... Видите, как мы доходили, и вот тут время, да, когда был дано сигнал. Вот тут я давал сигнал, это было 9:30 утра. Смотрите, на этом свечке. Так, идем сюда, 9:33 был дано сигнал. И смотрите, вот сюда мы доходим, конечно, уже к 10 часам, но этот сигнал, видите, дает знать, что мы подходим к уровню. И вот как мы отработали, четко дошли до уровня. Если бы мы тут зашли бы, вот был у меня рекомендация, чтобы заходить вот, вот тут. Тогда бы вы уже забрали бы маленький профит. Как это вы пользуетесь, не пользуетесь, это уже ваше личное, ну, как сказать, выбор. Вы должны понять, что это не какая-то волшебная палочка, что всегда, вот как я сейчас показываю, всегда есть достаточно время. Я выдаю сигнал, и поскольку мы работаем на 30-минутном таймфрейме, у вас есть спокойно время 30 минут следить за эту сделку. То есть заходите, вот как будто вот тут был сигнал, заходите и вот следите, дошел до уровня, при желании открываемся. Можно, конечно же, вот в этом случае, да, вот сюда спрятать стоп, спрятать сюда стоп-лосс, а вот тейк-профит выставлять, не выставлять, решать каждому. Вот такой инструмент я отдаю абсолютно бесплатно. То есть, повторяюсь, получаем бесплатно в Telegram такого бота. Он будет выдавать вам сигналы, если они есть. Потому что из пальца высосать сигналы невозможно. Я работаю от уровней. И вот видите, как это отрабатывал. Я вам сейчас показал наглядно. Так, естественно, вопрос, как его получить? А получить его абсолютно просто. Ваша задача зарегистрироваться по моей ссылке на Bybit. Если вы уже зарегистрировались по моей ссылке когда-то раньше, просто напишите мне в Telegram, я вам выдам этого бота. Если вы еще не зарегистрировались, зарегистрируйтесь, идете на Bybit и отсюда берете свой ID. Даете мне, я перепроверю, если вы действительно зарегистрировались по моей ссылке и прошли верификацию. Верификацию обязательно проходить, иначе, ну, как я могу быть уверен, что вы будете вообще торговать? Вышлите мне это ID, я вышлю вам бота. Если вы уже зарегистрировались по чьей-то другого человека ссылке, узнавайте, является ли он, во-первых, партнером. Ну, это два разных вещей. Рефоводом или партнером. Вот я являюсь официальным партнером и могу выдавать вот такие спецбонусы. Во-первых, узнавайте, является ли человек, кто пригласил вас, партнером. Тогда он тоже может выдавать специальные бонусы. У него есть такое право, или как это сказать. Ну, это право партнера Bybit. Если нет... Тогда просто зарегистрируйте новый аккаунт в Bybit и переведите свой существующий верификацию на новый аккаунт. Как это сделать, вы найдете либо в YouTube, либо даже на моем канале, и все. Так что, друзья, у кого есть желание получить вот такого бота, что дает сигналы для входа в сделку, все, что надо сделать, я уже сказал. И выбор за вами, друзья. Мой цель то, что вы зарабатывали бы стабильно и никуда не уходили бы от Bybit. И все. Вот почему я раздаю вот такого бота. Потому что бывает, многие люди идут, начинают торговать, и получается, у них не получается, и они уходят от биржи. Так что, друзья, как-то так, не стоит тратить деньги на всякие платные VIP-каналы и сигналы, пожалуйста, абсолютно бесплатно я их выдаю.
А с вами был, как всегда, я, Ролан Морозов. Если это видео было вам полезно, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал. Все полезные ссылки будут в описании под этим видео. Друзья, зарабатываем честно и, главное, быстро. Всем пока!